Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня снова все на проекте Imagine Hulu Play. Это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а для того, чтобы вам хорошенечко так стартануть, конечно же, вводите вам промокод, пишите /mm, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если просто-напросто вкачаете уровень. А вкачать уровень очень легко с помощью квестов, поэтому вводите промокод, проходите квесты и забирайте свои деньги. Ну а в этом ролике, дамы и господа, мы покрутим рулеточку. Пацаны, будет реально рулеточка. Я уже покрутил, я знаю, что мне выпало, пацаны, видос будет просто мега супер крутой, поэтому посмотрите его от начала до конца. И давайте реально постараемся на этом ролике набрать, ну, примерно 200 лайков. Я вам реально буду очень благодарен. Я давно не делал видос про рулеточку. И не забывайте, конечно же, подписываться на канал, потому что я прям очень сильно хочу до Нового года добить 22 тысячи подписчиков. Поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, всем, так сказать, доброе утро, я вот только проснулся. И что лучше всего сделать с утра, это, конечно же, покрутить рулеточку. И, возможно, нам что-то выпадет пиздатое, поэтому, пацаны, ставьте просто лайки, подписывайтесь на канал. Давайте уже добьем 22 тысячи подписчиков, пацаны. Я вам буду очень сильно благодарен, пацаны, рулеточка. На 1000 доната, возможно, нам сегодня что-нибудь интересное выпадет. Я только проснулся, еще чехлы не все собрал, пацаны, поэтому могу трошки тупить. Короче, что мы здесь можем вообще, в принципе, выбить? Машину можем выбить, деньги, аудиосистему, третий чип. И надеюсь, что-то из этого хорошенькое нам сегодня выпадет. Короче, не будем тянуть кота за одно место. Просто берем и начинаем крутить рулетку. Как бы ее немножко обновили. Можно как бы крутить без анимации, можно крутить с анимацией. То есть рулеточку трошки обновили. Но я думаю, лучше всего с анимацией крутить. Опа, военный билет. Та ты шо, дядя. Так, давайте крутим дальше, короче. Одна попытка у нас уже была. Но, к сожалению, нам ничего интересного не выпало. Рулеточка, ебать! Сейчас бы третий чип выпал, я вообще охуел бы, реально. Вы просто видели, как это, насколько это просто близко было, понимаете? Ну, это реально просто. Я уже вижу, она начинает останавливаться. Я уже думаю, неужели просто? Ебаться в телевизор, ебать! У-у-у! Вот это да, ебаться, всраться нахуй, пацаны, газон просто, газон выпал, ебать. Я в ахуе, пацаны, я просто в ахуе. Я в ахуе, блядь, мне никогда газон не выпадал, понимаете? Было бы, конечно, неплохо, если бы нам еще что-то выпало такое интересное, да? Было бы реально охуенно. Но газон, пацаны, это уже очень хорошо, я вам так скажу. Ебать, я сейчас думал, что система еще выпадет, я думаю, ебать. Так, нам приорка, короче, выпала. Не, ну, пацаны, я уже реально максимально доволен, то есть нам уже газон выпал, приора. Выпал, получается, скейт прикольный. Ебать, его вот! Ебать, блядь, какого хуя, пацаны? Я в ахуе просто, блядь. Ладно, идем дальше, пацаны. Я не знаю, я просто в ахуе. Я уже столько тачек просто выпил, ну, рейндж-ровер уже даже выбил, понимаете? Я охуел бы сейчас, еще одна тачка выпала. Ебать, пацаны, вот это жестко. Это как бы новый аккаунт, это, ну, мой новый аккаунт на втором серваке, то есть, может, из-за этого так везет. Ебать, еще бы третий чип, пацаны, я бы вообще просто, я бы на магнум бы поставил, реально, если бы третий чип еще выпал бы, бля, я был бы прям очень счастлив. Было бы еще неплохо, пацаны, он выбить, реально. Я бы тоже его на магнум бы поставил. Но, пацаны, и так уже много чего выпало. Я думаю, давайте без анимации попробуем прокрутить. Так, гитара, приора. Что, давайте еще без анимации или нет? Нет, давайте, ладно. Включаем анимацию, чтобы была хотя бы интрига. Ну, как бы уже две приоры я, в принципе, выбил. То, что нам уже газон выпал, пацаны, это просто уже все сразу окупило. Ну что ж, дамы и господа, давайте посмотрим наши призы. Я думаю, можно сначала просто там денежку забрать. Ну, чисто так, знаете, посмотреть ловешечки, сколько мы заработали. Давайте я найду сейчас, где тут бабки. А, вот, наличности. Так, ну, денег не особо много, как бы два раза всего лишь выпали бабки. Но самое интересное, пацаны, это просто транспорт. Ёб твою дивизию, просто. Сколько у меня просто транспорта. Две приоры, пацаны. Нива еще у меня есть, но это не оттуда. Газон и рейндж-ровер просто. Ебать!
Я просто в ахуе, пацаны. Я просто в ахуе, реально. Это пиздец. Это просто пиздец. Ну, но это реально 20 миллионов, это минимум. У Ренджа госка, по-моему, 3,5. У газона госка 10. Я думаю, даже без тюнинга я его за 17 продам. Так, у вас уже есть транспорт. Я не могу, по идее, да, его забрать? Да, мне надо либо дом покупать, либо еще что-то покупать. Короче, пока что я не могу ни газон, ничего забрать. Скорее всего, мне для этого придется покупать дом. К сожалению, пока что я вам не смогу, как бы, показать свои призы. А что там еще? Давайте посмотрим, интересного выпало. Так, лада, там гитара, А вот скейт амазинг. Да. Так, все, я его забрал. Давайте сейчас попробуем его поставить. То есть, ну блин, скейт реально прикольный, мне кажется, приз, потому что у меня как бы его не было, по сути. Хотя я сейчас нахожусь там в организации, поэтому мне, по сути, нельзя скейт носить. Такой, ебать, скейтик, пацан. Блять, трошки, ебать, запорол, но. Я думаю, вы поняли то, что скейт такой симпатичный, то есть мы реально в этой серии, пацаны, заработали просто очень много бабок, реально, я, пацаны, просто в шоке, то есть, ну, но реально мы заработали там около 20 миллионов, ну, если еще приорки там продать, может быть, побольше, бля, надо было на випку, наверное, ставить бабки, просто я не помню, если дом купить, то я смогу много машин иметь или нет, ну, в любом случае, мне нужны слоты, у меня сейчас есть две машины, это, получается, Porsche мой и Magnum, то есть, мне кажется, в любом случае, мне придется покупать дом.